говорят, он дикий неотесанный какой-то. Небритый, волосатый, пахнет плохо, курит еще. Дмитрий, а вы знаете своего оппонента первой схватки? Первый раз его вижу. Представляете, что это мощный такой чувак? Да. Слышали о нем? Где-то слышал. Вторая муха. Вот смотрите, это спортсмены. Вот, все трое, смотрите. Вот сильные парни. Парни, покажите бицуху. Пресс. Можно пресс? О. И вот этот. Чемпион. Мороз, ты своего оппонента знаешь? Подожди, я очки снял. А, вот. Нет. А ты его видел когда-нибудь? Ну, очки снял, не вижу. Я сюда не побеждать приехал, а участвовать. Молодец. Андрей, да. Как вы пришли к успеху? Бухал. Или это нельзя наговорить на камеру? Какой режим пьянок нужен для того, чтобы стать золотым медалистом? Раз в неделю много, каждый день понемногу. Everyday, что, бухада или парада? Everyday похмеляда. Да, похмеляда это на следующее утро. Но это каждый день получается. То есть вечером тренировка и утром, ничего себе. Ну да. Две тренировки в день. Профессиональный спортсмен, он так и работает. Сергей, вы знаете своего оппонента? Да какой-то тролль из Подмосковья глубокого дремучего. А, ну то есть вообще не конкурент. Ну, говорят, он дикий неотесанный какой-то. Небритый, волосатый, пахнет плохо, курит еще. А, понятно. Ну, удачи ему. Ну и, наверное, мне чуть-чуть. Ну, сколько сабмишенков сделал? Три. Три схватки, три сабмишенки? Красава. Один ахилл слышишь. От лопери. А вторая какая херня была? Узел плеча. Это Тимура, новое. Помнишь, блин, на Сибиму, да, два приема я знал? Рычаг локтя и ахилл. Сейчас я знаю еще один. Узел плеча. Кимур да. Выучил коричневый пояс. Ну, там даже не Кимура, там хрен знает. А в какую сторону узел-то был? Ну, Кимура ты же руками делаешь, а здесь... Не обязательно. А, так, тогда Кимура. А ты как, ногами сделал? Руками, ну, как-то была? Вот так. Пальчиками. Секретный захват УСИ. Организация очень хорошая. Да? Асай, 200 рублей. А есть я за 300. 500, они сдали... А, нет, 250. Ей продают за 300. Ну и что, как это? Смородина давленная на вкус. Не похоже на смородину. Но башмала, ерга. Не пробовала. Что-то среднее между смородиной и голубикой. Ну, понятно. Значит, это грузинская голубика. Вы сейчас куда? Есть на пиво. Возьмите мне. Возьмите. А флаг наш видел вчера, нет? Нет. Блин. Флаг России? Нет. А сколько тебе взять? Две или ты по две в каждой руке сможешь держать? Смогу держать, но у меня руки заняты, поэтому будете меня со своих рук поить. Можешь соломинкой принести. Держи меня соломинкой, держи.